Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 15 мая, Харьков, Харьковская область. И после дождя мы поливаем клубничку комплексным удобрением. Ягодки уже завязываются. Сейчас попробую показать. Так. Усики пока мы уберем. Вот, ягодки завязываются. Уже можно удобрять комплексным удобрением. И вот так вот. Так выглядит наша клубничка. Вот. Да, ягодки завязались. Все, удобрили. Теперь ждем урожая. Всем спасибо за внимание. Встретимся в новом видео. Пока-пока!